Я Нигмана Васель, курсант 4 курса Кыргызской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бисенова. В настоящее время назначен на должность следователь Южного отдела полиции Управления полиции города Павлодара. С самого детства все мечтают стать героями, хотят быть лидерами, бороться со злом и каждый день пускаться в невероятные приключения. После окончания школы я решила довериться своей детской мечте и стать следователем. Это удивительная и интересная профессия. Я с детства увлекалась детективами, читала их, смотрела кино и всегда представляла себя на месте какого-нибудь гениального сыщика. Сегодня следователь – это мозг следственно-оперативной группы, направляющий и координирующий действия других сотрудников. Благодаря его работе доказывается вина преступника или невиновность человека. Мы ежедневно принимаем заявления о преступлениях, регистрируем дела, проводим следственные действия, анализируем полученную информацию и, собрав доказательства, направляем дела в суд. В работе следователя очень важна внимательность, ведь порой приходится работать с огромным количеством документов, улик, и упустить что-то важное нельзя. Быть следователем значит быть усидчивым, аккуратным и терпеливым. Я долго к этому шла и не намерена отступать. Благодаря усердию и труду я верю, что у меня все получится.